Здравствуйте, дорогие друзья! Снова всех рад видеть на канале Гороскоп. Прогноз у нас на июль 2022 года для всех тельцов. Я желаю вам приятного просмотра. И если вам не трудно, не забудьте поддержать канал. Все, поехали! Итак, всегда ответственным и серьезным тельцам рекомендуется наконец-таки расслабиться и научиться отдыхать. Что обещает гороскоп на июль 2022 года тельцам? Перестаньте вы уже наконец решать все проблемы коллег и родственников, начните уделять больше времени себе. В июле следует развлекаться, а не продолжать усердно работать, забыв о собственных желаниях. Не, ну конечно, если вам платят миллиарды, то ну почему бы и не повкалывать, согласитесь. Займитесь полезными процедурами, начните ходить на йогу, запишитесь на массаж, пусть вас там помнут немножечко. Найдите инструктора по фитнесу или купите натуральные масла для ароматерапии, или просто сходите на бережок реки или лужок позагорать. Звезды призывают тельцов перестать беспокоиться о личной жизни. Представители этого знака зодиака слишком требовательны к себе. Они могут не замечать, что вызывают искренний интерес у противоположного пола, продолжая считать себя непривлекательными и одинокими. Перестаньте винить себя в том, что не можете добиться успеха. Оставьте попытки добиться внимания того, кто не может ответить взаимностью. Вам следует отказаться от непродуктивных действий и эмоций, направить свои силы на новые знакомства, дружеское общение и расширение кругозора. И помните, дорогие друзья, состояние вашего здоровья напрямую связано с образом жизни. Если вы постоянно нервничаете, неправильно питаетесь и забываете о физических нагрузках, это негативно влияет на организм. Смертельно, причем негативно. В июле у вас появится возможность исправить самые серьезные ошибки. Начните чаще выходить на улицу, пейте достаточно жидкости, откажитесь от нездоровых привычек, и постепенно вы почувствуете себя значительно бодрее. И хорошее самочувствие поможет справиться с грустью и плохим настроением. Итак, перейдем к любовному прогнозу. Тельцам в июле пора брать судьбу в свои руки. Представители этого знака зодиака страдают от собственной нерешительности. Если вы продолжите сторониться новых людей и проводить вечера в одиночестве, ничего не изменится. И это не удивительно, поэтому придется мириться с чувством пустоты и грустью. Старайтесь проявлять инициативу в знакомствах, беседах и развлечениях. Старые ошибки и негативный опыт могут потревожить вас, но все эти воспоминания не должны влиять на будущее, и уж тем более на настоящее. А что же нам по финансам светит, дорогие тельцы? В июле тельцам потребуется больше твердости и решимости идти до конца. На пути то и дело будут возникать самые разные трудности, но заручившись поддержкой своих коллег, вы справитесь с любыми преградами. Старайтесь вести себя уравновешенно и не принимать необдуманные решения, поскольку они могут привести к срыву договоренностей или вообще о полной отмене проектов и контрактов. Тельцы вообще в принципе очень часто занимают руководящие должности, но порой их подчиненные выводят из-под контроля. Чтобы привести дела в порядок, вам необходимо проверить, как именно идут дела в коллективе. Также старайтесь действовать твердо, но профессионально. Не стоит переходить на личности, говорить обидные слова или применять дисциплинарные меры без лишней необходимости. И кстати, в конце месяца телец может столкнуться с мошенниками, хитро маскирующими свои намерения и скрывающими истинные лица. Будьте особенно осторожны, если встретите выгодное предложение. Возможно, в его условиях скрывается крупная ловушка. Проверяйте все свои контакты, а также поступающие данные. Сотрудничайте с юристами и консультантами. Звезды также предостерегают от заключения крупных сделок с предпринимателями из-за рубежа или отдаленных регионов. Но это в принципе и так понятно. А что ж там со здоровьем-то у нас? Отдых в июле – это, конечно, лучшее решение для тельцов, чувствующих, что силы оказались на исходе. Представители этого знака зодиака легко находят новые места для отпуска и без страха отправляются в другие страны. При этом у кого есть, конечно, такая возможность, учитывая сложившиеся ситуации нынешние. Не забывайте о мерах предосторожности, решая посетить другой континент, пройдите обследование и при необходимости позаботьтесь о вакцинации. В тропических краях лучше не пробовать незнакомые фрукты и овощи, а также питаться исключительно в проверенных заведениях с хорошей репутацией. Ну и теперь пройдемся по неделям.
Первая неделя с 1 по 7 июля. Вам придется принять несколько сложных и даже пугающих решений. Не бойтесь ответственности и сделайте свой выбор без сомнений. Также неделя благоприятна для переезда. С 8 по 14 июля. Это, конечно, повлечет за собой смену рабочего места. Идеальное решение для тех, кто, кстати, устал от однообразия. Звезды советуют отправиться за город или на природу, чтобы получить как можно больше позитивных впечатлений. Третья неделя. С 15 по 21 июля. Сделайте себе несколько подарков. Купите, наконец, красивую одежду, косметику или аксессуары, а также можно купить пару рыболовных снастей или куда лучше целую лодку. Это поможет вам стабилизировать эмоциональный фон, почувствовать удовлетворение от проделанной работы. Ну и заключительная неделя с 22 по 28. Посетите родных обязательно. Пригласите их в театр или в кино, в кафе или в ресторан. Проведите время с теми, кого любите, уделите внимание детям. Воспользуйтесь последними днями месяца для укрепления отношений с друзьями, знакомыми и, конечно же, родственниками. Вот, собственно, и все. Спасибо вам огромное за внимание. Отличного дня, прекрасного настроения. Заходите на канал еще и не забудьте поддержать. До новых встреч. Пока-пока.